Экстренная новость. Сразу два пожара в эти минуты тушат огнеборцы Петропавловска. В районе сеной базы вспыхнул сухостой камыша. Задействованы 5 единиц техники и более 20 человек личного состава из 4 пожарных частей. По сведениям департамента по чрезвычайным ситуациям, угрозы для жизни нет, пострадавшие отсутствуют. Горит и здание неподалеку от нашего телеканала. Из-за искр произошло возгорание на телевизионной вышке. Пока ликвидировать очаг не получается, наблюдается сильное задымление. Языки пламени видны из разных частей города. Мы будем держать вас в курсе событий.